А сейчас хочу пригласить на сцену обаятельного гармониста, женского сердцееда, из Нижнего Новгорода, гармониста Золотой Десятки России, Владимира Глазунова. Встречайте! Здравствуйте все, кто в гармонии живет. Мир вам, здоровья и низкий поклон. Я думаю, в нашем зале много имеется мужчин, которых зовут Алёшки. Вот я знаю, что у нас ведущего нашего друга, который пригласил нас тоже на этот концерт, тоже зовут Алексей. Алексей Ефимов, наш друг, донской казак. И вот я сегодня хотел бы исполнить песню, которая так и называется «Ах, Алёшка, Алёшка». Во дворе каждый вечер этот парень с гармошкой, а в общежитии жестко свои песни поет. И гармонь его тульская соловьем заливается, то с надрывом со скрипами, будто душу не льет. Ой, Алёшка, сейчас не в моде гармошка, и на что ты надеешься, кому ж ты носишь цветы? Ой, Алёшка, Алёшка, не гляди на окошко, она ж бедовая девочка, и не нужен ей ты. Он чуть-чуть ненормальный, этот парень с гармошкой. Люди дали подарок, а он песни поет. Абсолютно уверенный, что ей песни понравятся, что она надержится и к нему подойдет. Ой, Алёшка, Алёшка, сейчас не в моде гармошка, и на что ты надеешься, кому ж ты носишь цветы? Ой, Алёшка, Алёшка, не гляди на окошко, она ж бедовая девочка. Ты нелепо так выглядишь, милый парень с гармошкой, ну как ты славно поешь. Будет пусто и холодно на Руси нашей кризисной, если песни все кончатся, если ты вдруг уйдешь. Ой, Алёшка, Алёшка, сыграй еще на гармошке. Видишь, в окна все слушают, магнитофоны молчат. Ой, Алёшка, Алёшка, сыграй еще хоть немножко. Твоя гармонь голосистая греет душу девчат. Ох, Алёшка, Алёшка, сыграй еще хоть немножко. Твоя гармония голосистая греет душу девчат.
Вы мне скажите, пожалуйста, дорогие друзья, это женщина знает. Вот скажите мне, пожалуйста, как называется мужчина, который идет прямо-прямо от нас налево? О! Это да! Слушайте, значит, вот что-то вы немножко знаете, да? Интересное название. Но вообще-то я должен был согласиться, действительно. Но раз уж вы отгадали, и про это будет песня, она так и называется. «Кобели». Огородик, грядочки зеленые. Ничего вы, с виду вроде, и всегда влюбленные. У овечек есть бараны, а у пчелок ешьми. А у женщин почему-то кобели, мы кобели. Старичок у нас есть в доме, все на лавочке сидит. Он с бабульками не дружит, и на них он не глядит. Но если только рядом с дедом мимо девушка пройдет, все глазами он разденет и хоть тросточкой доткнет. Языками навели, если женщины любят знать, кобели мы кобели. Я рыбалку обожаю и на девок не гляжу. Это я жене болтаю, а сам налево ухожу. 50 лет, когда мужчине говорят, что пес в ребро. Ой, хорошо мы с ней жили, а вот налево повело. Я уж в возрасте и кразу, мне бы в баньке париться. Но глаза мои, заразы, все на девок пялятся. И сосед уж мой не молод, и ночами плохо спит. Но как видит молодую, хоть глазами да любит. Языками навели, если женщины любят, значит, ой, молодцы, а? Мужики после работы у подъезда все стоят. Ну и, конечно, между собою об обёртках и говорят. Хватит, точка, поболтали, могут нас не так понять. Жен своих мы любим точно, можем тёщу хоть обнять. Зови, не иначе, языками навели. Но если жен своих мы любим, значит, кто мы? Какие кобели? Мужики! Владимир Кузьмов!